Для того, чтобы заинтересовать ребенка и сосредоточить его внимание на образовательном процессе, учителям необходимо идти в ногу со временем, используя новые подходы и внедряя новые технологии. Мобильные приложения, QR-коды, интерактивные плакаты, инфографика и веб-квесты на протяжении нескольких лет уже активно используются на уроках в Брестской средней школе номер 19. Очередной инновационный проект учитывает прежние достижения и касается развития коммуникативных навыков учащихся. Проект – это не только возможность развиваться учреждением образования, но это и возможность показать свой опыт другим учреждениям образования. Наша школа уделяет огромное внимание воспитательному процессу учащихся, поэтому нами выбран инновационный проект по развитию коммуникативных навыков в сотрудничестве с молодежными организациями. На семинар-практикум, организованный на базе 19-й школы, приехали представители учреждений образования всего региона. Педагоги презентовали свои мастер-классы, рассказали о школе активных родителей, информационных технологиях, используемых в учебном и воспитательном процессе. Каждая из таких наработок прошла испытание на практике и доказала свою эффективность. Это мероприятие, это семинар для педагогов, методистов, директоров и завучей школ области. Предназначен он для того, чтобы разъяснить и снять максимальное количество вопросов для тех учреждений образования, которые начинают заниматься инновационной либо экспериментальной деятельностью. Объяснить, показать, что ждет их на первом этапе, что это важно, что это нужно. Но это не вызывает больших затруднений, что этим можно заниматься с интересом и в удовольствии. Мы побудем вот в этой атмосфере, мы посмотрим, увидим, как это реализовывалось, что реализовывалось именно в этой школе, этими педагогами, с их учащимися. Это всегда интересно, когда вот это идет живое общение. Подобные семинары проводятся в учреждениях образования региона на регулярной основе. Ведь это прекрасная возможность перенять успешный опыт, пообщаться с коллегами и взять на карандаш идеи для дальнейшей реализации. Людмила Лагодич, Эдуард Бакунович, Александр Макаревич, телекомпания БукТВ.